Участниками престижного российского конкурса «Танцевальное единство» брестский коллектив стал благодаря своему руководителю. Правда, как признается сама Ирина Рыбачук, посылая кассету с видео танцевальных номеров, они не сильно рассчитывали на приглашение. Но звезды сошлись, и «Черный лотос» стал полноправным участником престижного фестиваля, в котором состязались почти 3000 танцоров из всей России. Конкурс очень масштабное мероприятие, которое россияне делают, конечно, вот в Санкт-Петербурге для своей культуры. Мы очень много оттуда вынесли, очень много мы поучились. И слава богу, себя показали. Для конкурса коллектив под руководством балетмейстера-постановщика Татьяны Харьковой готовил 5 лучших номеров, среди которых «След Скорпиона» и «Сказки Шахерезады». Занимались по 3-4 часа в день, оттачивая и шлифуя каждое движение, связку и переход. Требования к конкурсу предъявлялись строгие. Смотрят в стопы, в носки, в корпус, в голова, в глаза. Надо танцевать не только всем своим телом. Если это нужно по номеру, это идет и глазки, и ручки, чтобы ручки были как положено, потому что все-таки куда нам с ними соревноваться, с театрами большими, с множеством школ искусств. «Черный лотос» на всероссийском конкурсе стал единственным коллективом из Беларуси. Выдержав жесткую конкуренцию, брестский ансамбль завоевал 2 диплома первой степени в младшей и средней возрастной группе. Не описать это, весь восторг этот, который действительно, когда ты столько много выложил сил, все выложили, и дети, и руководители, и хореографы, родители все тоже очень болели, переживали, столько было смс-сообщений в поддержку. В общем, это так объединяет, что по большому счету очень здорово все. И любой коллектив, прежде всего, он должен гастролировать. Большая школа для детей именно состоит не только в репетициях в зале, а именно в работе на сцене. Это большой урок для детей. Этому так в зале не научишь, сколько нужно их вывозить на выступления. Конкурс стал настоящим испытанием и для самых юных танцовщиц «Черного лотоса». Конкурс был сложный, были очень сильные соперницы, соперники, но я думаю, мы хорошо выступили за Беларусь. Мне в Питере очень понравилось, были трудности, но страшно было, но получилось. Соперники были такие сильные, и мне было очень трудно их побеждать, но мы победили. Сейчас у «Черного лотоса» относительное затишье. Девчонки ходят на репетиции и готовятся к открытию городской елки. Танцевальные номера этого коллектива – настоящее украшение любого праздника. Год 2017 для них останется в памяти годом настоящего успеха. Ирина Альшова, Денис Величкович, Антон Луговкин, телекомпания «БУК-ТВ».